Всем привет, с вами Кононова Аня. Меня просили рассказать про распродажу Флоранж. Вот, распродажа, я могу так сказать, стоящая, нормальная. Особенно некоторые комплекты нижнего белья. В самом конце будет, я так понимаю, что самое-самое интересное. Поэтому давайте в самый-самый конец. Ну, очень мне понравилось вот это вот нижнее белье. Просто шикарнейшее. Обязательно его закажу, как только оно появится по распродаже, потому что супер, да, это на последней страничке. Далее, смотрите, идет такая вот на кружевное белье, очень хорошая скидочка, да, то есть, ой, ну вообще красота. Скажу честно, у меня это все есть, и я могу сказать, что это все очень нежное. Очень нежное такое, вот это вот боди там расстегивается ровно посередине, да, вот, это боди, его нужно брать, нет, это не боди, это неглиже, наверное, да, неглиже кружевной, его надо брать, наверное, на размер меньше, потому что оно мне оказалось велико сильно. Вот эти туфельки мало мерят, их надо брать на размер больше, наоборот, вот. Ну, что могу сказать про трусики? Очень, как вам сказать, нежные. Стирать только в мешочке или вручную. И даже ногтем их можно проверять. Очень нежное такое кружево. Прям нежное-принежное. Очень хорошая распродажа на мужчин. Огромное количество. Вот эта футболка мужу понравилась. Я ему говорю, тебе такую надо. Он очень надо, сразу сказал. Ему нравится белье Флоранж намного лучше, чем белье от Фаберлик. Да, то есть там идет модал. Наверное, скорее всего, это намного качественнее. Ну, вот и футболка 799 минус наши 20%. Это вообще, по идее, копейки для футболок такого качества. Вот. Что могу сказать еще? Что тут есть, смотрите, и брюки, и все такое прочее будет. А далее будет термобелье, я так понимаю. Даже кальсоны женские, мужские. Да, то есть вот это все будет по распродаже. Ну, так-то, по идее, классно. Да, маечка, я такую, кстати, папе своему заказывала маечку. Ему понравилось, он любит майки носить, майку и поверх футболку. Ну, далее тут идет широкий ассортимент, как обычно в распродажном каталоге, именно трусиков. Вот, трусиков много-много всяких разных. Прям листаю вам с конца, потому что я прям ярая любительница нижнего белья. Есть комплекты, которые мне ужасно понравились. И вот этот особенно комплект мне очень понравился. Вот этот комплект очень понравился. Прям суперский. Да, то есть если... Вот обратите на него внимание. Классный вообще комплект. И вот этот вот тоже очень классный комплектик. Тоже очень прям не могу, хочу их. Вот. Так, давайте поехали идти с вами дальше. Вот этот черный, в принципе, очень красивый. Не видно рисунок. Он тут еще идет с рисуночком. Такой шикарный рисуночек у него идет. Очень красивый. Да, то есть, ну, я прям без ума. Вот над этим еще подумываю. Тоже такой симпатичный. Очень. И вот этот вот тоже симпатичный. Показать бы вам. Вот, видите, какой балконет черный. А этот вот такой вот. Классный, классный. Вот, дальше идут неглиже всякие разные, очень тоже симпатичные, как видите. Вот такой у меня есть, качество отменнейшее. За такие деньги в магазине такого качества вы точно, вот прям точно не найдете, потому что качество просто обалденное. Просто очень хорошее качество, потому что то, что я брала от Флоранжа, это вообще, это кладезь прямо. Ну, вот это у меня, скорее всего, Катюшка сразу же выпросит вот эти вещи, потому что она любит все такое и по дому в этом во всем ходить. Прям будет говорить, мама, мне вот это, скорее всего, она себе закажет, вот это она себе закажет. Ну, конечно, если это будет опять на складе, да, то есть, ну, сейчас...
Как компания обещала, наличие продукции будет улучшаться, особенно на Украине. И сказали, что девочки говорят, что уже редко чего нет. Да, то есть что раньше было, так сейчас вот такого нету. Ой, очень мне вот захотелось вот такое вот белье, оно у меня было. Вот, износила уже. Вот это очень красивое такое бельишко, обратите внимание на него, да. Оно очень шикарно смотрится. Оно смотрится очень блекло в каталоге. На самом деле оно просто красавица. Это вот, вот это вот комплект, просто суперский комплект. Вот, вот такое белье, конечно, меня не зацепляет таких оттеночков. Вот, черное тоже балконет, очень красивое. И вот это вот симпатичное бельишко. Вот мне кажется, что очень симпатичное. Вот. Далее вот такой у меня есть комплект, но я заказала, он мне мал, я отдала дочке, дочка носит с удовольствием, поэтому у меня и стринги есть из этой коллекции, и танго, и вот бюстгальтер. Вот, бюстгальтер, наверное, я закажу, очень красивое смотрится, и такой серый благородный цвет, симпатичный очень. Далее, значит, вот оно, это белье. Да, тут еще есть неглиже такое же. Классно, классно. Далее идут кольца по распродаже. Да, очень много колец всяких разных. Это ювелирная бижутерия, необычная. Вот, ну да, конечно, очень симпатично. Прикольно. Пластмассовые. Классно смотрится. Так, тут у нас что? Тоже очень красиво. Мне нравится. Вот это мне очень, кстати, нравится. Я, наверное, подумаю, взять, не взять. Я, в принципе, равнодушна вот к этим вещам. Но вот есть, которые меня действительно зацепляют. Хочется. Да, то есть вот смотрите сами. Вот это вот прикольная коллекция будет. Действительно, и стоит недорого. Да, очень симпатично. Так, тут идут шарфики, ремешки уже пошли. Тоже такие хорошенькие шарфики, ремешки. Ой, сколько шарфиков много, девочки, на любой вкус, я бы вам сказала. Прям круто. Сумки. Ну вот, смотрите, вот эту сумку я точно знаю, что можно взять по программе Faberlic Club за 1 рубль. Вот, она есть в России в программе Faberlic Club. И сейчас вы видите ее цену 6999 рублей по цене каталога. Ну, это круто, я бы вам могу сказать, что такая сумочка за 1 рубль. Там, по-моему, 1000 с чем-то бонусов, если я не ошибаюсь, надо копить, да? Вот, но крутая. Так, вот это, по-моему, есть по Faberlic Club сумочка. Ну, вот тоже хорошенькая такая сумочка. Вот я на эту заглядываюсь. У меня маленьких сумок очень мало. Так, ну, в принципе, и последняя страница, да, то есть вот тут в цвет ремень сумочка и шарфик, да, тут как оно смотрится все вместе. Так-то, в принципе, нормально, да. Вот, но это без ремня, тут просто шарфик и сумочка. Такая сумочка тоже симпатичная очень. Угу. Ну и, конечно, пончо. Или пончо. Наверное, пончо все-таки. Вот. Вот. Вот такой вот осенний каталожик. Классный, симпатичный. Мне понравилось. Есть вещи, которые я захотела очень. Вот. Есть вещи, которым, конечно, осталось равнодушно. Я люблю натуральные украшения. Но вот пару вещей из ювелирной бижутерии, скорее всего, закажу. Как-то вот они меня задели. Мне понравились. Ну что ж, с вами была Комнова Аня. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду рада снимать для вас видео такого вот формата.